После долгой жары Красноярск накрыло ливень. Он шел с полуночи до середины дня и успел создать немало проблем. Автомобилистам некоторые улицы затопило настолько, что не всегда понятно, едут по ним или плывут. Кое-где дорожную обочину легко можно принять за берег реки. Впрочем, многие горожане решили посмотреть на такую погоду позитивно и выложили в интернет яркие видео с разноцветными зонтами. Кстати, синоптики обнадеживают, на выходных дождей будет мало, а с начала следующей недели осадков совсем не прогнозируют. В центральных и южных районах уже к вечеру пятницы интенсивные осадки прекратятся, но в субботу-воскресенье все-таки еще ожидаются местами небольшие дожди и грозы. Но они уже будут такой кратковременный характер.